Давно я не снимала цветочки свои. Они отцветают. Вот эту фиалку я хочу пересадить, но купить горшок новый. Это вот я отсадила денежное дерево, купила горшочек. Новенькое себе сделать, то очень старое стало. Это вот фиалочка зацвела во всей своей красе, она тоже подгорела слегка на солнышке. Вот эта вот бурячная отцветает, почти не осталось цветочков. Гниль была на цветочках, вот я их обрываю по мере отцветания, чтобы гниль не распространялась. Ну, была гнилая совсем при покупке. Это вот перчик один не поместился в общую компанию, попал сюда. Эту я снова обновила. Она как только отцветает, вылазит на поверхность, выталкивает ее корень, поэтому практически после каждого цветения ее приходится слегка углублять, обрывать низко решков и углублять горшок. Но в этот раз, наверное, в связи с весной, она там набирает сразу же бутончики, я видела под листиками. Так как зимой она отдыхала, в этот раз сразу набрала. Это мои малыши. Это деток отделенные совсем крошки. Вон то, наверное, не выживет. Не знаю, попробую пересадить. Это вот отсаживала кустик без корешка. Он укоренился, я смотрю, даже зацвел. Мой суккулент единственный дал деток. Надо будет ему более цивилизованное купить, что-то пересадить. И моя орхидейка паутинки. На ней оказались жучки черные. Боролась я с ними. Поборола вроде успешно. Протирала ее жидким мылом с водой. Они ушли в середку, и я сделала раствор гуматов и прям лила спринцовкой на листья и прям в середку воду оставляла так на несколько минут водичку там, а потом ее вымакивала салфеточкой. Ну, в общем, жучки пропали. Все, операция прошла успешно. Вот такое окошко. И там у нас случилась вот такая вот зима. Метель еще усилилась. В общем, всем спасибо. Пока.